Тверской Спасо-Преображенский собор считается сердцем Верхней Волжи. Он был возведен в конце 17 века на месте еще более древнего храма. Но в 1935 году собор был разрушен. Тверская общественность, меценаты и благотворители около 10 лет назад приступили к его восстановлению. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории. Сейчас основные работы связаны с обустройством умного фонтана. В данный момент идет монтаж оборудования, затем начнутся пусконаладочные работы. Практически уложена вся брусчатка. Также около объекта появится скульптура святителя Симеона, который вдохновил князя Михаила Ярославича и тверичан на возведение первого после монгольского нашествия каменного собора на северо-востоке Руси. В этом году восстановительные работы продолжатся. Как отметил губернатор Игорь Руденя, при выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории возле собора.